Йо, бро, чё творим? Меня зовут Сергионец. И сразу же, бро, просто сразу же бери, подписывайся на канал, чтобы быть моей суприм-банде. Ведь придет время, и суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И да, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Ты посмотри, какие они шикарные. Кстати, ты тоже можешь по следующим видео всего, на что тебе стоит это нажать на лайк и колокольчик, а затем написать комментарий. Ведь я проверю, и ты это сделал. Только такой будет у тебя в комменты в видео. И бро, это уже 8-й день в этом доме. 8-й день в доме с призраком. Ты бы знал, насколько мне страшно. Но все же я продолжаю здесь быть. Потому что кто знает, возможно, я сниму даже самого настоящего призрака. А мне этого просто жесть как хочется сделать. И еще, бро, я кое-что заметил. Все эти 7 дней раньше я не замечал этого. Но сегодня я это увидел. И то, что я увидел, вас очень сильно испугает. Окей, бро, исхода в... Камон. Стопэ. What the fuck? Вы помните? В прошлой серии я разломал статую, которая стояла здесь. И здесь были... Ее остатки. Их больше нет. Смотрите, ребята, серьезно. Капец. Что здесь вообще творится? Этот дом просто напичканный призраками. Фух. Ладно, все же давайте теперь вам покажу то, что я хотел. Смотрите, в эту комнату мы еще никогда не заходили. Но то, что там, очень сильно пугает. Я раньше не замечал этого. Но там, оказывается, все это время была яма, которая засыпана чем-то. Какими-то маленькими камнями, щебенкой. Камон, ребята, там была яма! Все это гребаное время! Кто знает, что там вообще может быть? Я, если честно, не знаю вообще, как это комментировать. Но там, черт возьми, яма! Возможно, эта яма была для чего-то... Я не знаю, что там, но это реально ужасно. Вы только взгляните, вглядитесь в это. Я вот только что отдвигал эту скамейку и подумал, а вдруг там закопанный какой-то труп? И именно из-за этого здесь живет призрак. What the fuck? Это, бро, наверное, самое ужасное, что только я мог найти в этом доме. Реально, потому что, блин, это просто жесть. Какая-то яма, какие-то статуи. Кто знает, что там? Вдруг именно из-за этой ямы появляются эти призраки. Еще ночью все это постоянно, как будто кто-то ходит по коридору. Я боюсь выйти из комнаты. Камеры почему-то не работают в это время. Я вообще без понятия, что здесь можно сделать. И что здесь вообще происходит? Бро. Супримбанда. А что если в моей комнате? Так, стоп, погодите. Погодите. What the fuck? Какого черта? Она оказалась на светильниках те, что посвечивают мне видео. What the fuck? Что здесь происходит? Я подумал, бро. Вроде бы она не двигается. О, блин. Я подумал, а что если вот здесь, смотрите, вырвано вот так вот обои, и все ровно, с той стороны так же. Что если это был какой-то портал? Потому что здесь есть, как будто когтями кто-то что-то вырвал вот так. Что если это был портал в ад? И душа, которая улетала, не хотела, и поэтому остались те когти. Это очень ужасно. Я, конечно, не говорю, что оно так могло быть. Все возможно, это просто мои догадки. Но все же это очень странно. Та яма, здесь так обоев нету. What the fuck? И статуя, которая постоянно телепортируется в разные места. Бро, это просто сверх ужасно. Я не знаю. Меня это очень сильно напрягает. Я просто в шоке. Я прожил уже неделю здесь, а... Что будет дальше? Возможно, будет дальше еще хуже. Фух, кто знает, что вообще здесь можно делать.
Ну, по сути, мы точно знаем, что здесь есть призраки. Потому что мы с ними уже общались. Это мультивидео можешь увидеть у меня на канале. Ссылка будет где-то там. Или сейчас в подсказках. Также в прошлом видео я увидел какую-то галлюцинацию ужасную. Это только означает, что здесь есть призраки. Но откуда они лезут, если... Если просто, если возможно, здесь был портал. Его уже нет, он закрытый. Но та яма. Кто знает, что в той яме. Возможно, там лежит труп, из-за которого все призраки сюда и лезут. Это очень ужасно. Я просто в шоке. Ладно, бро, я надеюсь, ничего больше здесь не произойдет. Очень на это надеюсь. Поэтому нужно закончить это видео. Вы слышите? Откуда этот звук? Ебать! Сука! Твою мать! Этот звук из ямы! Блять! Я просто в... Пиздец! Какого черта? Что здесь вообще происходит? Что это за звук? Он прекратился? Его больше не слышно. Ладно, бро, давайте уже будем на этом заканчивать. На этом все. Бро, на этом все. С тобой был Сергионис. И подписывайся на канал, чтобы быть моей супербанде. Ведь придет время, и супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, поэтому быстрее подписывайся. Также пиши комментарий, ведь если ты хочешь попасть в следующее видео, тебе нужно написать комментарий и нажать на лайк и колокольчик. А еще, чтобы под твоим комментарием не было никаких комментов, ведь тогда ты точно попадешь в следующее видео. Также ты можешь писать свои теории, что это может быть, я обязательно их прочитаю. И, возможно, более-менее адекватные теории даже попадут в следующее видео без очереди. Потому что я не знаю, что это может быть. Смотри прошлое видео. Там много чего, много полезной информации, чтобы быть в курсе. На этом все просто. С тобой был Сергионис. Оставайся таким же шикарным. Пока.